Здравствуйте! В эфире информационная программа «День Республики», в студии Чингис Тихонов. Глава Калмыкии Бату Хасиков поделился. В эти дни в Екатеринбурге проходит международный фестиваль университетского спорта с участием более 4000 студентов из 36 стран БРИКС, ШОС и СНГ. Президент России Владимир Путин назвал состязание в столице Урала новым уникальным явлением в международном спортивном календаре. Он собрал университетские команды из разных регионов мира, чтобы участники могли достойно отстоять спортивную честь своих стран, вместе ощутить неповторимую атмосферу студенчества, спорта, дружбы и взаимопонимания. Спортсмены в составе сборной КалымГУ имени Городовикова показали отличные результаты. Студент аграрного факультета Максим Ешков завоевал золото в турнире по греко-римской борьбе. Альдар Хараев, студент факультета педагогического образования, в упорной борьбе выиграл бронзу на боксерском ринге. Выпускник Красноярского колледжа Олимпийского резерва Максим Ешков приехал в Калмыкию из Ангарска, Иркутской области. Аграрный факультет КалымГУ выбрал по совету друзей, которые окончили наш опорный вуз. Безусловно, это яркий показатель того, что наш университет выбирает молодые люди со всей России. Отмечу, студент КалымГУ ежегодно показывает высокие достижения в спорте. Поздравляю Максима, Эльдара и тренеров с заслуженной победой. Председатель правительства Калмыкии Гелена Басхамджиева приняла участие в заседании межведомственной рабочей группы в прокуратуре республики по вопросам реализации национальных проектов. В регионе реализуются проекты, связанные с водообеспечением жителей в 6 населенных пунктах с общим объемом финансирования свыше 800 миллионов рублей. В настоящее время на завершающей стадии находится строительство объекта водоснабжения и водоподготовки в селах Ульяновское и Яшалта. Кроме того, продолжаются работы на объектах в селе Троицкое, поселке Наранхудук и Лагани. Как отметила Басхамджиева, благодаря реализации федерального проекта «Чистая вода» строительство объекта водоснабжения ведется не только в городах, но и в сельских населенных пунктах, что позволит десятки тысяч жителей республики обеспечить водой. По итогам заседания определены совместные задачи по контролю качества строительства объекта водоснабжения в республике, стоимости работ и материалов, а также завершению строительно-монтажных работ в срок. Вопросам системной реализации национальных проектов в правительстве Калмыкии уделяется повышенное внимание, сообщает пресс-служба Кабмина региона. Прокуратура Малодербитовского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении жителя другого региона. Суд признал его виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Судом установлено, что подсудимый в отсутствие законных оснований осуществлял полеты на легкомоторном самолете в целях исполнения договора по опрыскиванию сельскохозяйственных полей одной из коммерческих организаций Малодербетовского района. 2 июня 2023 года он с целью избежать привлечения его к административной ответственности за нарушение правил безопасности к эксплуатации воздушного судна в служебном кабинете предложил заместителю начальника отдела полиции денежные средства в размере 25 тысяч рублей в качестве взятки. Однако преступление обвиняемым не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к наказанию в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Управленцы из Калмыкии успешно завершили региональный этап конкурса «Лидеры России» проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего в региональном этапе конкурса участвовали 3009 управленцев. Из них сформировали 342 команды, решавшие задачи, поставленные главами субъектов Российской Федерации. Участники от Калмыкии работали над решением проблемы социально-экономического характера, а именно повышением инвестиционной привлекательности республики. Работали над совместной задачей, которую поставил перед нами глава республики, Бату Сергеевич Хасиков. Подошли к решению этого кейса достаточно альтернативным путем, да, потому что проанализировали текущую ситуацию. Видим, что уже действенные меры принимаются в консервативных отраслях, таких как сельское хозяйство, туризм, промышленность. И так далее. Теперь нам предстоит осенью финал в федеральных округах. Если мы пройдем, дальше уже будет суперфинал в 2024 году. Уроженка Калмыкии Ангелина Коробкина завоевала золотую медаль на Кубке мира по самбо в кыргызском городе Чолпон-Ата. Мужчины и женщины в спортивном и боевом самбо боролись за звание лучших спортсменов в 24 весовых категориях. С 12 лет Коробкина занималась самбо под руководством тренера Санджи Манджеева. Тренировалась до окончания школы еще год после. Далее Ангелина уехала в подмосковный Реутово и продолжила тренировки в отделении Москомспорта «Самбо-70». Сегодня же спортсменка переехала в Москву, где продолжает заниматься самбо.
Сборная команда Калмыкии по олимпийскому тхэквондо успешно выступила на всероссийском турнире в Одинцово Московской области. По итогам соревнований Анжела Хохленова в весовой категории до 46 килограммов заняла второе место. Она провела три поединка. Первую победу одержала над спортсменкой из Краснодарского края. Во втором поединке выиграла спортсменку из Самарской области. Однако в финале уступила сопернице также из Самарской области. Бронзовую медаль привезла Даяна Бадмаева. Она выступала в весовой категории до 57 килограммов. Даяна провела также три поединка. В первом бою выиграла спортсменку из Москвы, во втором бою техническим нокаутом выиграла соперницу из Воронежа. В полуфинале с равным счетом, по мнению рефери, победу присудили сопернице из Самарской области. В Калмыкии пройдет первый в истории фестиваль единоборств «Мазан-Батыр». Спортсмены примут участие в состязании по 7 видам борьбы. Греко-римская, вольная, национальная, калмыцкая, борьба на поясах, самбо, дзюдо и грэплинг. Для зрителей пройдут 16 схваток. На международном фестивале выступят спортсмены из Республик Адыгеи, Дагестана, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Ростовской области, а также из Казахстана, Беларуси, Узбекистана. Для тех, кто не сможет в этот день находиться на трибунах, будет проводиться прямая трансляция. Таким образом, каждый сможет поддержать своего земляка в онлайн-режиме. Отмечу, что вход на фестиваль свободный. Конечно, это мероприятие не могло бы состояться без поддержки руководства. Слова благодарности от Министерства физической культуры и спорта в адрес главы Республики Калмыкия Бату Сергеевича, который поддержал нашу инициативу, и только при его поддержке у нас все сейчас получится. На сегодняшний день, к сожалению, международные старты для нашей страны по причинам, несправедливым причинам, да, отменены были, но мы сегодня создаем такой вот для наших спортсменов праздник, для жителей Республики Калмыкия. Вот эти мероприятия названы в честь национального героя, впоследствии сказочного героя Мазан-Батыра. Это определенная отсылка ко второй половине 17 века. Начиная со второй половины 17 века, когда калмыки окончательно оформились уже в составе российского государства, калмыки с этого периода времени стоят на страже отчизны, защищают границы новой родины. Такой турнир у нас произойдет такого масштабного уровня. У меня будет принципиальная схватка. Я с ним уже встречался, проиграл, выиграл. Ну, подготовка идет хорошо. Я готов. Выпуски новостей, также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ТР на 21 кнопке IPTV зеленой точки Ростелекома, на сайте kalmytv.ru, а также на официальных аккаунтах ВК и Телеграма. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире.